прошу яка. 15 минут. Максимально беспонтовая музыка на самом деле. Я же просил, включите как у Хабиба на выходе. Чтобы... Да нет, нет. Ну... Макгрегор возмущался, сказал, не-не-не, никак. Я просто хотел посмотреть, как на эту аудиторию зайдут такие, знаете, эти плоские шуточки такие. Мы же ну, хотели сделать стендап, да? Жанр стендап у нас. А, майнер кайфакоинов, Константин. Кайфакоины. А, знаете, кайфа-коин. Есть биткоины, есть кайфакоины. Вот я их кайфа-коин. Майню постоянно. Ну, я тоже кайфакоины майню. Да, да, да. Почему же я начал-то с плоских всяких шуточек? Я же на самом деле мастер всяких таких плоских шуточек. Может быть, вы знали об этом, может быть, нет? Прослыл я мастером, значит, плоских шуточек вот после вот этого вот дела. Это реклама нашей бургерной. Здесь Маша, она вот сейчас будет есть хот-дог. И написано, вот это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей. Вот. Потом Маша здесь смеется, написано, мама плохого не посоветует. А, это у нее рот такой большой? Она, это не большой, это нормальный рот, че вы. Это Маша, она такая харизматичная девочка с ртом. Есть контакты? Да. А, и вот, значит, после вот этой рекламы, знаете, мне так все сказали, так сказали, Ваня, это же сортирный юмор. Знаете, так сказали с такой интонацией, с которой Никита Михалков обычно разговаривает. Так я это как-то услышал. А, после этой рекламы вышла вот такая штука. Да. Эта история, на самом деле, в интернете собрала там больше 1000 комментариев, и случился феминистический бунт вот в интернете по этому поводу. Представляете, бунт случился феминистический, да. К чему я это все начал-то? А, это про то, что я мастер шуточек всяких. Почему меня сюда позвали, да? Потому что меня сюда позвали как предпринимателя, который шедеврально облажался в два раза. Два раза позвали. Облажался вроде пока один раз. Когда позвали первый раз, да, я отказался, потому что я не знал, что сказать, что я могу вам сказать. Вот что было у нас два года назад, а вот что сейчас. Вы, наверное, заметили разницу в количестве логотипов. За этой как бы разницей, да, как раз и кроется то, что люди называют шедеврально облажаться. Знаете, я сейчас, наверное, скажу вам, что это, пожалуй, лучший опыт жизненный, который мог быть у меня на протяжении этого всего времени. Сейчас попытаюсь объяснить, почему так. Я так вот думал, да, когда меня позвали во второй раз, отказаться-то уже было, конечно, неудобно. Я какое-то время подумал и, ну, где-то внутри там наковырял для себя и для вас 15 таких моментов. Я надеюсь, что они покажутся вам интересными, которые я хотел бы с вами поделиться, потому что мы же все-таки пришли на бизнес-форум. Они такие, они больше, да, бизнесовые, можно сказать. Надеюсь, что что-то будет для вас полезно. Поехали. Первое. Не торопитесь с открытием. Помните, что когда вы открываете свой бизнес, вы не делаете какую-то местечковую фигню. Вы запускаете ракету в космос. Понимаете? Торопиться с этим делом нельзя, это очень ответственно. Понятно, да, что есть такое понятие, как арендный счетчик. Этот день, когда он включается, неизбежен. Помню, как мы боялись этого дня. Особенно, знаете, когда у тебя аренда под миллион. Как ты ждешь? Как мы сильно торопились, есть забавная история. Заезжаю, значит, на стройку, у нас вот скоро открытие. Идет мойщица, моет пол. И прям следом за ней идет строитель и шпателем убирает со стены излишки раствора бетона, знаете. Ну, то есть на грязный пол бетон падать не может. Перед ним надо вымыть, да? Я как-то на это посмотрел. Ну, маразм же, да, маразм. Ну, блин, вы поменяйтесь местами. В общем, не торопитесь с открытием. Ни в коем случае. Не открывайтесь на последние деньги. Всегда имейте пространство для маневра.
такая идея, что я сейчас откроюсь, пойдет выручка, и с этой выручки я закрою остатки по стройке. Это плохая идея. Не делайте так никогда. Родите детей. Сейчас вы, наверное, подумаете, что он погнал-то вообще. Да-да-да. На самом деле, дети, наличие детей, оно формирует предпринимателю правильную картину мира. Что дети – это большая ответственность. Предпринимательство и бизнес – это умение и готовность в нужный момент взять на себя необходимое количество ответственности. Родите детей. Ваши бизнес-взгляды поменяются кардинально. Что там? Развивайте свои суперспособности. Это очень важно. Никто из нас не может уметь всего. Никто из нас не может одинаково быть успешным, делая все подряд в своей компании, да, в своем бизнесе. Кто-то хорошо умеет создавать, кто-то хорошо умеет копировать, кто-то хорошо управляет эмоциями, кто-то изменениями. И вы должны понять для себя, что есть ваша суперспособность, и развивать ее. И не тратить время на то, что у вас получается не очень хорошо. Это важно. Стабильное высокое качество – это 49% успеха сейчас. Потому что сейчас, если ты не делаешь стабильное высокое качество, ты умираешь очень быстро. Сейчас все делают стабильное высокое качество. Остальные 51% успеха – это эмоции, которые несет ваш бренд. Если вы создаете, управляете, не знаю, продвигаете бренды, которые генерируют такие, не знаю, эмоции, ценности, как уважение, любовь, все такое, если это все правда, вы будете гораздо успешнее тех людей, которые лишь только делают стабильное высокое качество. Знаете своего потребителя? Ну, это такая, типа, знаете, любой мог сюда выйти и сказать: знаете своего потребителя. И этот человек был прав, понятное дело. Я должен сказать, я должен выделить это в отдельный пункт, потому что действительно очень важно, это архиважно. Единственное, что я бы добавил, наверное, думайте про точки контакта. Когда вы знаете своего потребителя, анализируйте точки контакта вашего потребителя и вашей компании. В современном мире этих точек сотни, я не знаю, может, даже в некоторых случаях тысячи. Очень важно, чтобы все они работали. Подумайте об этом. Помните про круги на воде. Это в чем штука? Не знаю, может, кто-то слышал, нет? Вот люди, которые вокруг вас сейчас, например, да, и вообще в любой момент времени, вы волей-неволей постоянно посылаете им некие импульсы, да, энергетические. И через этих людей ваши импульсы, они расходятся дальше. Это как круги на воде. Помните всегда про круги на воде. Если мы говорим про круги на воде и про вот эти энергетические импульсы, я бы здесь еще упомянул такую штуку, как культурный код. И вы знаете, чем дальше, тем больше мне кажется, что ключевой навык, который вы должны воспитывать у себя в компании, это умение передавать сотрудникам правильный культурный код. И убеждаться в том, что ваши сотрудники разделяют его и умеют правильно транслировать вашему потребителю. Вы должны задавать и передавать нужный вам, правильный для вас культурный код. Что это такое? Это уже следующее, да? Да. Определите критерии личного успеха, если это не деньги. Все мы сейчас привыкли мерить успех деньгами. Если у тебя есть Bentley, ты успешный. Если нет, ты такой не очень успешный. На самом деле так себе парадигма, потому что если вы думаете о своем личном успехе и меряете его лишь деньгами, вы никогда не будете успешными. Всегда будет человек, у которого тачка покруче, часы побольше, летает он почаще и другими авиакомпаниями. Подумайте вот об этом. Что для вас критерий личного успеха, если это не деньги?
формулируя свои цели, рассуждайте в категории «дать». Не надо формулировать свои цели в категории «взять». Человек, у которого цели сформулированы категории «взять» и «дать», если их поставить вместе, вы легко отличите одного от другого. Чем дальше, да, тем наш мир становится более открытым, все мы становимся более открытыми. Если ваши цели искренне сформулированы в категории «дать», ну, больше шансов, что люди к вам потянутся тогда. Старайтесь быть новаторами, двигать свою индустрию вперед. Понятно, да, что далеко не все из нас Стив Джобсы, всякие там Илоны Маски, таких людей единицы, но если на минуточку подумать о том, чем вы занимаетесь, как о целой индустрии, частью которой вы являетесь, и постараться подумать за всю индустрию сразу, да, типа, куда там мы все идем, что будет дальше, что мы должны делать все вместе, как индустрия, да, какую пользу мы несем там людям, как мы можем работать еще лучше, все вместе, все. Тогда у вас в голове начинаются интересные мыслительные процессы. Подумайте об этом. Вам не нужны на самом деле всякие разные бизнес-коучи. Да простят меня бизнес-коучи и бизнес-тренеры. Я считаю, что они не очень нужны. На самом деле, у каждого человека, пожалуй, в любой момент времени в распоряжении есть огромный бездонный колодец всего, что нужно вам в данный момент времени. И задача ваша заключается лишь в том, чтобы увидеть этот колодец. И вам нужно просто увидеть. Не пытайтесь оседлать тренд. Рестораны нужно проживать. В моем случае рестораны, да и любые другие бизнесы, нужно проживать. Когда я говорю об этом, я имею в виду то, что бизнес – это для меня это не деньги, это не доля рынка, это не капитализации там всякие, это дело. Это любимое дело. И предприниматель, который там развивает свой бизнес, строит свою компанию, человек, который занимается любимым делом, что-то предпринимает. Да? Заряжайтесь от близких людей, проводите с ними время. Это я специально такой сделал слайд, чтобы сказать своим близким, дорогим людям огромное спасибо за то, что они меня поддерживали, вывозили и до сих пор вывозят всю эту штуку. Со всякими там факапами, все такое. На самом деле это тоже очень важно. Цените себя, свое время, свое здоровье. Уважайте себя как личность. Если вы уважаете себя как личность, очень-очень многие вещи для вас недопустимы. Вы очень много на самом деле не можете себе позволить. Видел я всякие разные примеры пьяных поваров там, всего такого. Люди, которые уважают себя как профессионала, как человека с неким стержнем, с неким кодексом, ну, лишены такой возможности. Лишены возможности бухать на работе, например. Ну, простой пример. Питайтесь вне дома. Обязательно. Всегда. Все. Потому что если в городе полные рестораны, это значит, что в этом городе живут счастливые люди, которые живут полноценной жизнью, которые ценят общение с дорогими людьми, которые могут получать эстетическое удовольствие от многих всяких вещей, в том числе от еды. Наверное, все на этом. Да, Ваня, у нас уже время. Спасибо, спасибо. Шесть точек, да, и балкон, и свитер,
сейчас кофейня, кондитерская, французская пекарня. Вот, Вань... И ресторан еще у нас есть. Да, и ресторан, кафе «Де Ла Фе», да. В какой момент ты понял, что, ну вот, надо потихоньку все-таки сужаться и лучше вот все усилия сюда направить, чем распаляться на многие-многие-многие вещи? Или не было такого, или просто в какой-то момент вы буксовать стали? Я понял это после того, как мы закрыли уже все. А до этого финансовая необходимость. Еще и приставы стопят, как бы, ну. Ну, там, конечно, не так жестко, что там приставы, но жизнь составила сначала. Сначала-то заставила жизнь, а вот второе закрытие, оно уже было совершенно осознанное, и мы понимали, что мы делаем. И решили сконцентрироваться на прям вот, да? Да, и первое, оно прям такое было жесткое, оно так сложно давалось, а второе, оно прям такое было, ух. Но вот в разрушенный ресторан заходишь, думаешь, блин, как здесь было прикольно вообще, да. Ну и вот здесь, да, и вот здесь сейчас сердце, здесь семья, здесь все. То как раз вот те вещи, про которые ты говорил. Да. Спасибо. Ребят, что есть вопросы к Ивану? У меня вопрос, а что пошло не так-то все-таки? Что явилось причиной закрытия двух ресторанов? Как обычно, причин множество, и они разные абсолютно. Ну мы поняли, пьяный шеф-повар, так, еще... Ну, от внутренних до внешних. Ну, всякие разные. А чуть конкретнее нельзя? Я просто из вашего же бизнеса, мне очень интересно. А, да? Мы коллеги с вами? Да. Локация, аренда. Вот не торопитесь, когда открываетесь, концепцию продумываете, в цену попадаете, потребителя своего знаете. То есть все пошло не так. Типа того. Не пытайтесь оседлать тренд, вот. Рестораны нужно проживать. Вань, ну то есть получается, да, ну получается шаурма и кофе, все? Чу, шаурма и кофе, все. Ну грильница как бы это. Нет. Это лишь один сегмент. Это лишь один сегмент рынка, который такой самый, наверное, динамично развивающийся. Сейчас это быстрое, недорогое питание и фастфуд. Но мы на самом деле только начинаем. Ну вот, не знаю, ребят, кто в свитере бывал? Ну классно, да, и кофе, о, видишь сколько, мы твои потребители, а в кафе «Де Ла Фе» тоже классно. С утра заезжаешь, ты не представляешь, кофе с круассаном, это песня. Да, это вообще не пробовал. Сейчас мой фитнес-тренер смотрит и говорит, так, Барниман, что происходит, какой кафе «Де Ла Фе»? Какие круассаны, да? Какие круассаны, что у меня вопрос. Вань, скажите, пожалуйста, вот вы выделили, что бизнес-коучи вам не помогут. Но ведь масса примеров сегодня в современном обществе, что коучи – это там, чуть ли не знаю, не тренера, которые знают лучше, чем ты, и могут научить тебя правильно там, жить, вести бизнес и прочие вещи. Ну и люди, которые там добиваются успеха, говорят, что вот я там учился у того, у другого, у третьего. Ну, причем вопрос пришел от Игоря Мана. Почему? Вот как вы поняли, что бизнес-коучи не помогут? У вас какой бэкграунд за этим всем? Ну, я было время соприкоснуться так немножечко с этими всякими товарищами. Я не говорю, что это прям вот все, сожгите телефоны всех коучей и так далее. Кому-то, может быть, это правда необходимо на начальном этапе. Ну, а вы обращались к таким консультантам, не знаю, тренерам? Было дело, да. То есть на этапе запуска какого-то бизнеса? Нет. Есть? Нет? Нет. А когда? Уже так, под конец. Под конец. И какой-то опыт для себя получили от этого общения? Не нужны бизнес-коучи. Спасибо. Спасибо, Иван.